Всем приветики передают Тоша с Лаймой. Джесси тоже передает привет. Джесси, смотри, что я тебе принесла. Свежая травка. И много маленьких улетят. Вот, посмотрите. Боже, вы такие маленькие, столько как улети. Джесси, ты там и будешь сидеть? Может, вылезешь к нам, покажешься? Не хочет нам выходить. Решила травку поесть у себя в домике. Ну, конечно, сейчас день, ей спать нужно. Ну, а вот как выглядит 197 улетят. Вот такой я им купила контейнер вчера на 16 литров. Здесь у меня, я их пересаживала, посчитала, 197 улетят. Представляете, какое количество улиточек? Да. У меня их активно заказывают. Сейчас я у них буду тут убираться. Вчера я им положила огурец, целый огурец, порезала кусочками. Видите, что от него осталось? Одни дырочки. Улетята благополучно растут. Я надеюсь, им нравится их новый просторный домик. А сейчас уберу остатки огурца и положу им листья салата. Вот, кстати, столько яиц всего лишь не вылупилось. И вон три ракушки улиточки погибли еще маленькими. А 6 яичек остались не вылупившимися. Купили месячного улетенка? Будьте готовы через 10 месяцев увидеть это. Вот что с них получается совсем быстро. Этой улиточке 10 месяцев, а этой всего 2 недели. Скоро ты будешь такой же большой, как твоя мамочка. Знакомься, это твоя мама. Скажи привет, мамуля. Что это у нас за яйца выпадают? Я не поняла. Нормально? Я снимаю твоих детей, а ты мне опять яйца высиживаешь на руку тут. Вот, пожалуйста, улетенок и два яичка. Два яичка, которые высыпались только что с моей улитки. Недавно она отложила кладку, эти, видимо, остались. Застряли. Ты решила сейчас мне их показать. Спасибо. А еще я недавно зарегистрировалась в приложении Мимес. Это приложение чем-то похоже на Инстаграм. Но здесь за регистрацию начисляются баллы Нимы. И за эти баллы можно потом совершать покупки. Нима – это новая криптовалюта. И плюс за каждую минуту начисляется 1 ним. Видите, сейчас было 69, стало 70. 1000 нимов равно 1 доллар. То есть сейчас у меня 61 доллар на счету. Нимы начисляют не только за регистрацию, но и когда вы приглашаете в это приложение людей, они под вас регистрируются. Вот, получить больше. И здесь будет ваш промокод и ссылочка. Нажимаете «Пригласить». За каждого приглашенного вы получаете 4320 нимов. А человек, который регистрируется, получает 1440 нимов. То есть никто ничего не теряет, только приобретает. Я сейчас размещу пост. И за лайки за этот пост я тоже буду получать нимы. Вот, допустим, сейчас я буду выкладывать вот эту вот фоточку. Далее. Здесь тоже можно выбирать фильтры. Очень похоже на Инстаграм. 20 нимов за лайк. А запостить стоит 100 нимов. С моего счета сейчас снимется 100 нимов. Но за каждый лайк я буду получать по 20 нимов. Как правило, посты набирают больше нимов потом, чем ты на них тратишь. Поэтому регистрируйтесь по ссылочке под видео. За регистрацию вам начислятся нимы, и вы сможете их использовать, как вы захотите. Очень интересное приложение. Мне будет приятно, если вы зарегистрируетесь и станете моими друзьями в этом приложении, потому что я чувствую, что я ним буду очень активно пользоваться. Смотрите, сколько лайков. 5400 нимов насобирала девочка, а потратила 100 нимов. А с июня месяца можно будет уже за нимы покупать какие-то услуги, товары. Здесь у них есть интернет-магазин. Посмотрите, разберетесь. Очень советую. Да, кстати, здесь все видны в радиусе 2 километров, которые от вас люди, у которых есть это приложение. Им можно написать сообщение. Ссылочка под видео. Кому интересно, регистрируемся. Всем пока. Встретимся на YouTube.